Друзья, ну вот я уже вышел с этой с поликлиники, с клиники, вернее, кардиологической, в Дурек. Вот. Думаю, сейчас вот надо домой идти. И я для себя, как говорится, это выбрал маршрут непривычный, как обычно я вот делаю съемки. Вы представляете, где мы находимся, да? Это вот институт технологический бывший, сейчас торгу. Вот, я видеообзор там делал. Там он бывший Чеканова Лихана, это бывший коммунистический торгу. И вот я хотел сделать, вот пройтись съемки не так, как вот обычно, по центру идешь, это улица, всю красоту смотришь, а люди-то живут не в центре, как говорится, заходят, а вот с этих, с подъездов, со дворов. Вот вид со двора хотел снять, друзья, от этих всех. Кстати, я никогда не снимал. Все это закрыто как бы за ширмой, что там, что за обстановка. Вот, вот эти дворы этих домов. Подъезды. Кто-то тут жил, наверное, это интереснее будет посмотреть, допустим, чем с лицевой стороны зданий этих. Вот. С левой стороны тоже видим там. Раньше был этот завод запчасти, магазин, этот завод. Завод запчасти, предприятие. Потом там пустырь был, вот. А сейчас там вот жилищный комплекс, там вот. Все застроено здесь, мы видим. Вот. А это уже вот лицевая сторона вот там, напротив Комсомольского парка, сейчас Тура Рыскова. И вот этот вот шабар, кажется, называется, жилищный этот комплекс. Долгострой был, потом все-таки построили. Вот. На пустыре. А там уже завод запчасти перенесли в сторону автовокзала туда в то время. Ну и вот эти вот дворы вот так вот выглядят. Хороший, тут еще гаражи вот еще с советского времени остались. Сделаю угол зрения побольше, чтобы было видно все побольше. Я ни разу там не был. Вот так вот, друзья. Это обратная сторона медали, так сказать, можно. Там ремонты идут, видите. Это тоже хорошо. Очередной ремонт. А тут уже, видите, там лицевой все это. Облицовка ветром сдула, все разворотила. Вот видите. Можно сказать, они уже не так новые, все старые. Тут вот салон красоты. Это с той стороны, а это задняя. Ну эти все дома, вот эти вот четырехэтажные. Тут где-то есть женская консультация была, по-моему. Даже уже не знаю, какой-то дом тут. Потому что мы идем на обратной стороне. Вот так все выглядит, друзья. Вот. Тут вот банк Каспи. Скажете, может быть, не, это вам не интересно, не надо.
Ну, может быть, кому-то не надо, кому-то надо именно пройтись тут. Дворовую сторону. Вот это вот, вот эти здания, помню. Тоже тут, по-моему, суд был. Вот эти вот два здания. Какое-то из них здание суда. Там еще потом административные здания были. Раньше кто-то говорил, вроде тут был этот кладбище, что ли, не знаю, насколько это правда. Тут, и там этот был, этот, и, по-моему, и храм был. Туда дальше идти я не знаю. Там проход есть? Там проход есть? Не знаешь? Вот так все будет. Там, наверное, прохода уже нет. Там гостиница. Так что вот, друзья, вот так. Там уже прохода нет. Но еще раз посмотрите вот эти дворы. Кто-то, может быть, тут жил. Вот так вот выглядит. Ну вот, мы прошлись с вами как по дворам. Не знаю сейчас... Идти мне по центральной или нет, показать вам еще раз. Я в прошлом году я полностью улицу вот эту проходил. Коммунистическую бывшую. От начала и до самого конца проходил. Вот. Ровно, можно сказать, год назад. По-моему, в апреле в конце. Вот. Вот так все выглядит, друзья. Поэтому я думаю, что... Особых изменений нету, поэтому сейчас вот дойду, наверное, до гостиницы и все. А если кто-то хочет посмотреть, можете на канал зайти. И прошлогодние мои съемки, улицы полностью, обзор улицы Коммунистической, это Любив. Пройтись со мной. Вот. Вот гостиница. Жамбов. Это вот улица Айтиева здесь. Вот. Сейчас тут, вон, видите, асфальт что ли делает или ремонт. Вот велосипедисты у нас тут. Сборная Казахстана. Как любят сигналить, а? Прям сигналит с удовольствием. Пугает людей. Чё прям сигналить? В основном не по делу сигналить. Торопят, мол, ты давай. Я так допускаю. И пешеходов никого нет. Чё сигналить? Друг другу сигналит. Давай быстрее, мол. Ну, вот так, в общем. Друзья. Ремонт тут идет дороги или там теплотрассу, наверное, как это принято. Еще раз отсюда посмотрим. Вот. Да, там теплотрасса, наверное, проходит. Вот решили. Ну хорошо, хоть и весной уже, потом, чтобы не осенью, не зимой это делать ремонт. Трехэтажки вот. Вот, ну все, тогда, друзья. Или пройтись, не знаю. Ну, пройдемся. Лишний раз, я думаю, кто любит наш город, лишний раз никогда не будет, чтобы снять и посмотреть. Эти дома, они старенькие, еще в 50-х годах, наверное, 60-х в начале. Потому что я знаю, площадь в 59-м году была с памятником Ленина, исторически установлена. Через год, когда я родился. Эти дома потом были или в те же года, или, может быть,
в начале 60-х, вот четырехэтажки эти. Ну, тогда это считалось ого-го. Сейчас бы, наверное, если строили, уже, наверное, строили многоэтажки. Да, трубы, вон, видите, там трубы. Теплотрассы, ремонт. Ремонт теплотрассы. Или водопроводные. Это вот здание гидромеритивно-строительный учебный корпус. Сейчас тут что-то, по-моему, мне кажется, что-то с налоговой связано, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться. Тут иногда меняются все эти департаменты. Часто где-нибудь офис построят, в другое переселяются. А здесь вот видите, здесь вот тут вот так вот видно. Интересно здесь. Ремонт идет. Вот. Сейчас посмотрим недра нашей площади, как она устроена. Вот. Видите, слои какие. Видно, тут слои разные. Вот. Такое редко когда увидите. Разрытую площадь. Возле площади. Вот типа трасса, да, проходит новая. О. Видите, здесь вот слои насыпали. Вот глиняная, потом это вот уже больше метра здесь слой понасыпан. Исторически, если взять. Вот. Вот мы попали с вами вот в такую ситуацию, да. Музей вот это. Сейчас не знаю это. Но раньше это музей был. Исторический. Музей. А сейчас не знаю. Сейчас административный какой-то, видите. Вот герб. Вот. Ну, можно пойти посмотреть, что там написано. Что там написано. Посмотрим сейчас. Сейчас это что за здание? А? Раньше, помню, музей был, а сейчас? А? Сейчас не музей уже? А. Я для земляков снимаю. Для земляков, говорю, снимаю. В 57-м году. Областной исторический урожай. Тарихи Оль-Титану урожай. А сейчас что это? Сейчас есть отделки предпринимательства. А, бизнеса, да? Да. Понятно, спасибо. Ну, вот так вот. Привет передавайте землякам. Ах, по всему миру. Я на YouTube. А вас как звать? Кто вы? Где работали? Нет, я вообще бурнячка. А, с Бурна? Ну, все равно наша землячка. Работала в 36-й школе. А, преподаватель? Да. Ну, кто-то, может, вас и помнит. А? Может, и помнит. 36-я школа, это в каком районе? Вот. Бутерова у вас первый директор. Вот учительница. Как вас звать? Галина фамилия? Александровна. Галина Александровна. Какой предмет преподавали? Труды. Труды. Вот кто... В каких годах преподавали? А, 75-го года. Ну, вот видите. Кто учился в это время, то можете это вспомнить, преподавательницу. Ну, всего вам доброго желаю.
Вот встретили учительницу. Здесь вот сейчас мы... Тут вот райком был тоже вот. Помню, раньше городской, по-моему, райком партии вот здесь был. А там он был областной. А потом областной в обком перенесли. По Абая построили. А тут стал городской. А этот, по-моему, был ЛКСМ. Это вот доска почета тут была. Сейчас вот что-то тут непонятно. Кобдочка, что-то, наверное, эти побратимы города. Челябинск, Мансит, Перевезо, Качкемет, Кобда, Петропавловск, Пресно, Самарканд, Тарас. Вот так вот побратимы города. Можно назвать. Там на площадь мы не пойдем, там роют все. Памятник мы видели. А это вот бывший, я говорю, потом здесь был этот. Здесь был этот ЗАГС был, помню. Чуть позднее вот здесь ЗАГС был. А сейчас здесь республиканское государственное учреждение, департамент юстиции. Жамбурская область, вот юстиция. Раньше юстиция вон там он была. В тех вон зданиях. В центре, который. Это вот Казахтелеком. Это как телефонная здесь была станция. И сейчас тоже тут телефон. Казахтелеком, видите? Вот. Вот, видите? Там канал прорыли. Телеком, вот. Ну вот неожиданные съемки я провожу здесь. Просто неожиданные, спонтанные съемки. Раз тут оказался, думаю, ну ладно. Вот видите, тут строительство идет, ремонт, ремонтные работы. А это вот переговорный, высший переговорный пункт. Сейчас это Народный банк. Халык-банк. Здесь телефоны были, междугородние связи. Переговорный пункт. Переговаривались. Очередь занимались. Ждали, когда созвонятся. Соединят кабинки. И начинался разговор. Разговор, переговоры. Сейчас это уже кануло в историю, как говорится. Теперь уже ничего подобного нет. Напротив, вот так вот ситуация. Вот этот вот тополь, карагач вернее, посмотрите, какой могущественный карагач. Ему, наверное, действительно, наверное, он с 59-го года. Может больше. Ой. Посмотрите, карагач. И главное, зеленый. А это уже молоденькие дубы по сравнению с этим карагачом. Вот этот карагач помнит всех джамбульцев, которые, поколение, которое вот живо, жили и жили, вот и сейчас живы. Всех помнит он, как вы проходили. Всех знаешь поименно. Потому что не было ни одного джамбульца, чтобы здесь не проходил. И вот эти тоже. Но эти уже помоложе вот этот вот. Помоложе намного. Два раза тоньше. Это исполком раньше был здесь. Вот сейчас Казфосфат.
Это вот дом быта раньше вот тот вот был. Ну вот такая ситуация, друзья. Я иду на остановку. На остановку я и закончу съемки. Такой путь мы с вами прошли. Вот. Надеюсь, что камера не трясется. Стабилизатор забыл дома. Я думаю, настроил на стабилизатор, может, не будет. Вот это вот Арман, мужской магазин был, помню. Мужская одежда. Так вот эта остановка. Мы туда дальше уже не пойдем. Там Лазят магазин был тоже. Культовар. Вот. Кстати, стой вот автобусом. Кстати, хороший маршрут. Он вот на зеленый ковер ездит на кладбище. Вот такая ситуация. Здесь. Такие таблички у нас тут, так это можно по ним смотреть, как когда я автобус. Ну вот первый мой автобус маршрут подъехал, сейчас я поеду домой.